хочется сказать. Прекрасен наш союз. Опять мы все вместе собрались в нашей хорошей, замечательной капелле, которая нас ежегодно принимает в гости. Воронцов Алексей Васильевич, профессор Герценовского университета, первый вице-президент Петровской академии наук, председатель Ленинградского отделения Русско-белорусского братства. Пожалуйста. Дорогие художники, уважаемые друзья, уважаемая Лариса Макаровна, если бы меня спросили, чего сейчас не хватает России? Наверное, многое, чего не хватает. Но не хватает прежде всего культуры, духовности, нравственности. И из всех отрядов нашей интеллигенции, мне кажется, что художники высоко несут знамя русской традиции. Они сеют действительно разумное, доброе. На протяжении ряда лет мы были участниками неоднократных выставок в этом зале. 65-летию Великой Отечественной войны были посвящены картины художника, участника Великой Отечественной войны. В выставочном зале прошла блестящая выставка художников Петровской академии наук и искусств. И вот сегодня выставка «Художники России миру». Как это прекрасно, то, что Россия и наши замечательные художники, которые не отступили от реализма, показывают жизнь такой, какой она есть в картинах, показывают наши российские, русские традиции и обогащают не только Россию, но и современный мир. Я хочу выразить благодарность этому залу, капелле имени Глинки, которая любезно всегда предоставляет возможности участвовать в этих выставках. Я сегодня особенно хочу поблагодарить Ларису Макаровну Грабко. Самоотверженный человек, сколько в ней энергии, сколько она отдает людям тепла и в нас в Санкт-Петербурге, и за рубежом. Она проводит выставки и в Берлине, и в Китае ее считают своей.